В стенах областного парламента состоялась выставка «Рисунки о родине защитникам Отечества». Свои творческие работы представили дети и внуки сотрудников аппарата законодательного собрания. Рисунки ребят создавали для защитников Донбасса, для тех, кто сейчас на передовой борется за мир. 13-летний суворовец Михаил, 11-летний Дмитрий и 4-летняя Лиза пришли на работу к своей маме впервые. Сотрудница аппарата законодательного собрания Анна Старкова рассказывает, как только дети узнали о предстоящей выставке, приуроченной ко Дню защитника Отечества, все трое захотели участвовать. Ребята растут активными, творческими, любознательными и дружными. Они творят из глины, из пластилина, рисуют. Детская комната, да, у нас просто мастерская творчества. И, конечно, подарки бабушкам, дедушкам, ко всем праздникам дети стараются, рисуют. Семья Старковых представила на выставку 5 своих работ. С юными художниками пообщался председатель комитета по социальной политике областного парламента Артур Бабушкин. Ребята показали свои рисунки и рассказали о том, что их вдохновляло. Дмитрий интересуется военной тематикой. Он нарисовал пограничника с верным другом, служебной собакой на боевом посту. Очень актуальная тема и нарисовано здорово, похвалил Артур Бабушкин. Службу несут еще и животные. Собака здесь тоже изображена. Это лучший друг пограничников. Это правда. Собака охраняет всегда границу. Здорово! Старший брат Дмитрия, Михаил, учится в Московском Суворовском училище и часто скучает по дому. Для выставки он изобразил одно из любимых мест в родном городе – набережную Волги. Я решила нарисовать вечернюю набережную, потому что мы с моей семьей очень часто по вечерам ходили на набережную, гуляли там. И мне показалось, что если я изображу ее, то получится очень красивая работа, так как там и вживую очень красиво. Ребята твоего возраста изобразили родные места, изобразили свое отношение к армии, к взрослым людям, к тем людям, которые сейчас защищают интересы нашей страны на определенных территориях. Это очень дорого стоит. Вот с моей точки зрения, все рисунки, в том числе и твой, который ты представил здесь, представляют чрезвычайную ценность. Выставка получилась яркой и разноплановой. Депутаты областного парламента, сотрудники аппарата, посетители учреждения с интересом рассматривали детские работы, задерживаясь у того или иного изображения. Все юные художники, принявшие участие в выставке, получат сертификаты одного из магазинов товаров для творчества. А детские рисунки будут переданы депутату Государственной Думы РФ Юлии Сарановой для организации доставки на передовую защитникам Донбасса. Для наших бойцов рисунки, созданные руками незнакомых им детей, станут добрыми весточками из дома, где их ждут.